Я вас приветствую, дорогие мои подписчики и зрители. Мы сегодня поиграем в Тропико 6. И сегодня мы узнаем, что такое у нас новая эра. Новая эра у нас будет. Сейчас мы начнем игру. Новую игру. Мы поиграем в песочницу. Эру мы выбираем. Давайте холодная война. Мы уже проходили новейшая история. Поиграем в холодную войну. Население 75. Так, иностранцев 150. И поставим победу 250 по минимуму. И туристов. Давайте 50 поставим. Так, ну давайте мы начнем игру с новой карты. Она у нас будет. Давайте Ирландия начнем. Так, начинаем. Сейчас загрузочка. Ну, мы сегодня будем просто играть и наслаждаться игрой. Что нас будет радовать, надеюсь. Небольшая загрузочка. Так, что у нас тут будет? Догрузилось. Так, начинаем. Время бесценно, президенте. Особенно в... Так, тут мы поставим все посерединке. Мировое государство. Остальное все посерединке. Мы сразу скажу, не будем переходить в новую эру. Я хочу остаться в холодной войне. Порт на максимум. Инженеров на максимум. Увеличиваем рабочие руки. Дальнобойщиков на максимум. Сразу увеличиваем. Так, что мы тут еще? Где бюджет увеличим? Где у нас таверна? Так. Кукурузу на максимум бюджет. Тут все улучшаем. Это у нас каждый месяц производительность повышается на 1%, не более 20%. И затрат на обслуживание ближайших ферм и ферм-фабрик снижается на 3 доллара. Это вы имеете в виду в области действия этой фермы. Где же у нас таверна-то, а? А вот она у нас таверна. Мы повышаем этот бюджет. Но начинаем. Так, тут что нам доступно? Смотрим. Тут нам недоступны гидрофермы. Но зато доступны рыбхоз. Ставим плантацию. Ну, давайте, как по традиции, мы начнем с табака. Ух ты, у нас тут хорошее очень место для табака. Поставим одну и, я думаю, вторую. Давайте пройдем дорогу, чтобы было удобней. Вот так вот дорожку. И тут поставим вторую плантацию. Так, табак. Я думаю, мы будем в этой игре сегодняшней выиграем по деньгам. Хочу по деньгам вам показать игру, победу. Будет, наверное, думаю, интересно вам. Что мы еще тут смотрим? Победа 250 тысяч или 50 туристов набрать. Давайте мы законы улучшим по плантации. Указы выпустим. Агросубсидии. Ферма. Они у нас повышают место, где производительность. Рабочие могут водить на удивление опасные машины. На ней выращивается еда для Тропико. У нас может быть больше продуктов. Хватит даже зарубежным друзьям, если они готовы платить. Если мы немножко вложимся в экономические стимулы. Конечно, некоторые возмутятся, что это вмешательство в свободу. Так, создаем указ. Увеличиваем скорость на четверочку. Также делаем фабрику по сигарам. Я думаю, две плантации вполне достаточно
для одной фабрики. Так, смотрим, сколько у нас рабочих рук, как обычно. 37, 9 средняя, 26, вакансии 6. Кстати, где вакансии у нас? Посмотрим. Инженеры и компания-перевозчик. Я думаю, они просто не успели еще работу туда, найти работу. Увеличиваем бюджеты. Кстати, можно тут Ctrl нажать и увеличить сразу все фабрики плантации табака. Также можно сделать и с апгрейдом. Производительность повышается на 50%. Жмем, сразу видите, 8000 за две плантации. Жмем. Ctrl зажимаем. Ну, тут все написано, в принципе. Вы это и так знаете, я думаю. Так, давайте посмотрим наш бюджет. Но, в принципе, еще рано. Давайте мы с вами... Враги свободы повсюду, даже если их нет. Вот насколько... Ну, согласимся. Так, фабрику смотрим. Поступление табака нормальное, сигары нормально. Посмотрим по торговле, что у нас. Возможно ли торговать сигарами? Да, сигары у нас ставим на максимум. Подписываем контракт. Так, у нас прибыль пошла. У дворца появился новый талисман. Президенте, хороший лидер прислушивается к народу. Покажите, что вам важна судьба тропиканских комрадов, и завоюйте их дух. Президенте, раз война окончена, мы наконец-то сможем продемонстрировать миру ваше бесконечное величие. Для туристов. Величайшей нацией является та, у кого больше всех магнитиков на холодильнике. Туристы! Какая вдохновенная идея, президенте! Так, ну что, посмотрим доход. Доход у нас какой? 19 тысяч, расходов пока больше, доходы. Экспорт сигары 12 тысяч. Ну, давайте сразу банк построим, чтобы нам сразу уйти в плюс. Нет, вот здесь будет у нас район богатый. Так. 30 на мясо. Так, магазин надо обязательно. Продуктовый. Для жителей. Для жителей ставим магазин. И тут же ставим клинику. Обязательно. Тут будет у нас клиника. Смотрим. Что у нас еще мы можем сделать? Так, банк мы увеличиваем доход им. Тут что, госзайм нам не нужен. Так, отлично. Не понимаю, почему кто-то считает, что сможет производить товары, которые будут лучше наших. Если же они в самом деле покупали наши товары, то это страшные люди. На сырье у нас вырос... Спрос и цена. Так, убираем сотрудников. В магазине ставим на максимум бюджет. Президенте, важна лишь свобода. Свобода рынка. Помогите... Закусочную сделаем. Так, тут тоже, ну, это важно. Делаем совершенствование диагностики. Это плюс 2 работника на каждую ячейку. И качество услуг повышаем. $1800 платим. Смотрим дальше. Давайте экономику развивать. Давайте магазин. Запасемся продукцией для наших товарищей тропиканцев. Тут мы построим мясо. Мясо у нас в цене. Уделите мне минутку, президент. Иногда я размышляю о вашем последнем покаянии, президент. У верного пенультима нет слов. Только... Так, безработица 7% мы выполнили. Кстати, посмотрим, сколько у нас рабочих рук.
осталось 12. Тут старшая школа 1, образование без образования 1, и со средним образованием 1. Так, продлим дорогу. Дайте мы будем строиться. Тут мы сейчас посмотрим. Дайте, здесь будут у нас фермы. А строиться будем жилые вот здесь дома. Вот так у нас будет идти дорога. Тут будут жилые у нас дома чисто. А там заводы, фабрики. Так. Президенты, у рабочих есть просьба. Они хотят не работ. Шпионская академия. Тут у нас доступен... Так. Мы случайно нажали. Посмотрим по жилью, что у нас. Так, по жилью. У нас без без жилья очень много. Так, обеспечены, богатый один и бедный. Давайте для обеспеченных сначала построим. Так, мы построим квартиры. Так вот, квартиры. Сразу дорогу продлим. Сразу еще ставим. Тут будут у нас квартиры. Смотрим дальше. Скорость у нас четверочка. Доход у нас, я думаю, нормальный должен быть. Сейчас посмотрим по доходу, что у нас. 32 тысячи, а растраты 30. 17 тысяч у нас экспорт. Сигары. Ну, давайте еще сейчас построим. Так. Мясо. Увеличиваем. Делаем апгрейд. Производство повышается на 10%, 1200 платим. И вакцинация животных $850. Это нам даст повышение производительности на 10, и затраты на обслуживание повышаются на 5. Делаем. Так, дома у нас построились. Один спросом пользуется, а второй не очень. Для обеспеченных один, для бедных пока нет. Так, ставим. Что, давайте мы еще сделаем несколько плантаций. Вот так продлим. А, так не получится. Позвольте об... Это мы снесем. Так вот поставим. Продлим вперед. А это вот так. Так, ну тут я, насколько знаю, тут у нас... Давайте посмотрим... Природные ископаемые. Тут у нас уголь. Давайте поставим шахту. Так, шахту угля поставим. Рудник. Правильно сказать. Рудник ставим. Пусть занимаются. Хоть какие денежки будут идти нам плюсом. Смотрим, сколько рабочих мест, рабочих рук. 14. Так, хорошо. Что мы делаем? Еще плантацию ставим. Давайте посмотрим, что нам тут можно поставить. Так, плантации.
Давайте еще, может, табак уйдем, или давайте... Дворец официально заявляет, что беспокоиться не о чем. Табак. Чувство страха — вот тут хорошо. Нормальная реакция. Давайте табак еще поставим. Все-таки монополию сделаем табака. Табак. Хотя я тут говорю, что будет жилье. Так, ну три фермы, я думаю, на плантации нам хватит. Сигарную фабрику тут ставим. И дальнобойщиков. Перевозчиков. Давайте где-нибудь здесь. Чтобы они жили. И тут же будем делать сейчас еще дома. Так, давайте посмотрим для бедных. Для бедных у нас... Так, для бедных 8. Давайте сделаем для бедных жилье. Будут тоже бараки. Будут денежку нам давать. Так, ставим бараки. Отлично. Что у нас тут получается? Получается, у нас все отлично. Повышаем. Все повышаем. Вечная смена. 6 работников нанимаем. Президента, посмотрите, как корабли покидают порт. Отстали мы, отказываемся. То есть, это не имеется в виду отстали, а от задания поставили. Смотрим у нас по бюджету. Что у нас по бюджету? По бюджету у нас 49. Так, мы нарастили сигары. Табак у нас пошел, прибыль, мясо. Так, делаем, смотрим еще. Сколько у нас рабочих? Так, у нас мало работников. Давайте мы табак обязательно наймем. Старшая школа, сигара обязательно. Тут на максимум. И тут все увеличиваем. Так, смотрим. Перевозчики. Пока нам не особо нужно. Ему все, они успевают перевозить. Смотрим. Тут у нас что? Сейчас будет плюс. Тут что у нас? 6000. Тоже надо увеличить. Все это мы увеличиваем. Сейчас будет доход. Все, пока денежки не тратим. В магазине у нас какие продукты? Кукуруза и мясо. Так, отлично. Я хочу легкой победы. Давайте мы туристов сделаем, чтобы вам не особо затягивать видео. Давайте туризм у нас, вот он. Давайте туристический порт. Тоже будет прибыль приносить. Тут поставим. Отлично. Вот так. И давайте посмотрим, где у нас тут хорошее местечко. А, у нас надо электричество. Но это не обязательно. Это не обязательно. Это просто усовершенствовали мы. Я не посмотрел, что там надо было электричество. Так, банк у нас сколько прибыли приносит? Давайте посмотрим. Статистика. 29 тысяч за все время. И 685 долларов в месяц. Но это немного, к сожалению.
по 15 тысяч отгрузки. Сейчас туристы. А туристы будут у нас здесь. Сейчас посмотрим по загрязнению. Отлично тут. А по криминалу? Ну, сейчас мы тут полицию поставим. Отделение полиции. Так, оно у нас вот здесь. Полицейский участок. Давайте поставим. Так, отлично. Порт на максимум. Тут что? Общая удовлетворенность туристических повышается на 5. Отлично, ставим. И мотель давайте поставим. Мотель. Для, как обычно, для дешевых, для бедных туристов. Так, мотель поставили. Что у нас еще надо? Нам поставить развлекательные заведения. Что у нас есть? Давайте посмотрим. Давайте мы поставим ресторан сначала, обычный. Вот тут будет ресторан. Он и для тропиканцев будет хорошо, и для туристов. Смотрим, что у нас рабочие руки. Как? 1:1. Где у нас требуется? Мотель. Обязательно. Увеличиваем бюджет и нанимаем работника. Также производительность. Так. Надо электростанцию, да? Но пока не будем вкладываться в электростанцию. Переживем это. Он у нас вмещает 8 туристов. Как вы помните, для победы нам надо 50 набрать. Но я хотел выиграть экономическим способом. Давайте мы посмотрим наши доходы. Не хочется нагромождать фабриками и плантациями. Сигары 27 у нас уже прибыли. Так, и нет у нас уже табака в продаже. Значит, все забирает фабрики. Да, все забирает фабрики. Давайте еще одну фабрику сделаем по табаку. Потому что у нас достаточно хорошие там запасы. Давайте где-нибудь здесь. Поближе к фермам. Так. Смотрим, что у нас тут. С вами деловые новости на канале Uno. Все строится. Цены во всем мире пришли в норму после того, как многие страны выяснили, что для производства собственных товаров рабочим необходимо платить. По счастью, этот дикий уклад не действует в тропику. Так, смотрим, ресторан мы увеличиваем на максимум бюджет. Холодильники мы не будем ставить. Тут что, по туристам? Нет туристов у нас пока. Фабрику. Мы бюджет увеличиваем на максимум. Ставим автолинию, повышает справедливость на 50. Тут мы не ставим ничего. Это требует затрат по электричеству. Хотя у нас угольная фабрика, угольные шахты есть. Давайте поставим электростанцию. Немного вложимся. Я думаю, отдача будет больше, чем затраты. Что у нас по рабочим? Какой прок от власти, если ее не использовать? Она откажемся. Смотрим. Что у нас по рабочим рукам? 4 средней школы. По жилью. У нас нехватка жилья. Обеспеченные и бедные, и даже очень богатые. Давайте, они нам принесут прибыль. Вот тут мы попытаемся поставить обеспеченным. Отлично.
Давайте два сразу. Так. А богатые будут жить у нас с туристами. Это у нас будет поместье. А давайте дом у нас... Так, окружающий обеспечено. А для богатых вот это. Будет прибыль приносить хорошую. Ну что у нас там с туристами? Заполняемость есть. У нас нехватка развлекательных учреждений. Давайте поставим гольф-клуб. По традиции он очень хороший для туризма. Ну и для тропиканцев тоже. Достаточно удачное заведение. Так, поставим гольф-клуб. Продлим вот так дорогу. И вот так. Так не получится. Но, я думаю, им будет хватать. Так. И давайте поставим еще один мотель. Мотель. Здесь отлично он поместится. Вот, отлично. Ресторан работает на максимум. Давайте поставим еще один ресторан. Еще один ресторан. Все отлично работает. Так, прибыль у нас идет с двух фабрик, с трех фабрик сигарных. Тут у нас что? Все нормально. Тут у нас 4000 табака. Все хорошо, его возят. Хорошо, пока он не окупился. Посмотрим на второй. Окупился ли он? Так, по сырью все хорошо, пока тоже не окупился. И первый. Смотрим, окупился. Так. Ну, что-то у нас строители не ахти работают. Инженеры. Есть граждане смысл... Граждане требуют провести выборы, президенты. Поход... Давайте выборы. Есть смысл построить вторую инженерную... Второе инженерное здание. Тут у нас что? Средняя школа 3. И образование. Так, без образования. Давайте как раз они без образования. Построим инженерную еще одну. Давайте купим. Быстрое строительство. 1000 заплатим долларов. Ставим максимум бюджет. И больше рук. На 4 строителя больше будет. А то мы не успеваем строить. Тут у нас что? Все. Электричество пошло. Тут мы увеличиваем. Давайте Ctrl зажимаем. Климат-контроль увеличивает, понижает входные данные. Отлично, нам это нужно. И машина для вырубки. Производительность повышается на 10. Отлично. Платим. Сидело увеличили. Также мы мотель увеличиваем. Тут у нас заполняемость. Отлично. Производительность повышается на 25. Отлично, ставим. Все у нас работает, отлично. Смотрим, что у нас тут. Общая стоимость. Смотрим бюджет. Все-таки мы по деньгам хотим выиграть. Смотрим. 52, 92 расхода. Тут мы увеличили доход с экспорта. Сигар уже 24. И что у нас тут? Аренда. Из туристов мы 1900 берем доход. И банк нам приносит 12000%. Отлично.
Скорость у нас упала. Так, четверочку ставим. Все у нас построилось. Тут бюджет на максимум. Смотрим. Работа. Тут новое задание. Это хорошо. Уран нас не интересует пока. Да, я думаю, он в сегодняшней игре нас и не заинтересует. Смотрим. Так, что у нас? Жилье. Так, работники. 9 вакансий. Смотрим, какие. Гольф нам важно. Нанимаем 2 работников. Туристический порт важно. Нанимаем. Мотель важно. Нанимаем. И ресторан нам важно. Нанимаем, увеличиваем бюджет. И ставим везде холодильники. Так, рудник. Рудник нам пока не важно. Настолько. Хорошо. Смотрим. У нас не хватает электричества. Так, смотрим, что здесь. Все с электричеством в порядке. Может, не хватает области действия? Электростанция. Под станцию смотрим. Да, я так был прав. Не хватает области действия. Строим быстро. 1000 платим. Сверху. Построили. Так, что у нас тут получается? Давайте оптимизируем все наше здание. Гольф. Что у нас тут по туризму? Гольф заполнился максимум. Видите, увеселительно 8. Тут у нас еще... Так мы можем по туристам выиграть, дорогие мои зрители и подписчики. Так, смотрим. 85 уже доход. Сигары 46 прибыль. Ну, давайте. Я думаю, по туризму самый простой выход. Давайте мы построим еще фермы, плантации и заводы. Что-то у меня не получается протянуть дорогу. Кривая какая-то получилась. Так. Так. И вот так. Тут мы проводим сюда. Смотрим. Давайте посмотрим, что мы можем еще. Смотрим по цене сначала, что у нас дороже стоит. По цене. По увеличению. Мебель, сигары, уран, мебель. Ну вот сигары самое дорогое у нас. Давайте сигары добьем. Плантация. Будем ставить табака. Так, табак. И здесь табак. Плантация табака. Поддержка у нас, надо посмотреть, кстати, поддержку нашу, жителей тропика. Так, ставим. Проводим. Скорость 4. Смотрим, сколько у нас рабочих рук. Отличный день, президент. Шпионаж нас не интересует пока. Да, думаю, и в будущем. Смотрим. 8 рабочих рук требуется.
И 7 есть. Где у нас требуется? Плантация табака. Ставим максимум бюджет. Тут все по максимуму. Смотрим. Я думаю, сейчас все засели. Рабочие места займут. Смотрим по жилью, кстати, что у нас. По жилью у нас 9 обеспеченные требуется жилье. Давайте мы еще построим для обеспеченных. Вот здесь хорошее местечко. Отлично, сейчас мы вот так поставим. Туристов давайте посмотрим. Уверен, что добрые граждане Тропико проголосуют за вас, президенты. Давайте по-честному выборы сделаем. Тут максимум, здесь не максимум. У нас туризм упал. У нас гольф на максимуме работает. Давайте гольф-клуб еще сделаем. Вот здесь вот. Хотя далековато, но будет разнообразие здесь. Территориально. На выборах вы просто разгромили все. Отлично. В метафорическом смысле, конечно же, никто не пострадал. Победили на выборах. Поставим все как было. Ну что, смотрим. Тут все у нас по максимуму. Тут по максимуму улучшение. Фабрики. 4, 5. Ставим фабрики. Ну, тут фабрику ставим. Вы выиграли нам немного времени, президенты. Не знаю, сколько или чего вам это стоило. Давайте иммигрантов возьмем. Фабрику ставим. И еще одну фабрику ставим. Давайте ускорим. 6. Бюджет мы ставим на всех фабриках максимум. И тут мы все улучшаем. Мы в минус ушли. Но сейчас быстро будем набирать. Производство денежки. Это хорошо. Алюминия мы отказываемся. Так. Что мы смотрим? Безработных 7. Вакансии 0. Как быстро они заняли вакансии. Так, что у нас по доходам? Смотрим доходы. 81. Сигары прибавили? Убавили. Не, прибавили. 27 было, 37 стало. Или 40. Сейчас посмотрим. Пока на четверочке побудем. Жильем что посмотрим? Жильем. Жилья не хватает. Бедных не хватает и богатых. Давайте здесь поставим для бедных. Потому что здесь много плантаций. Раз. И два. Дорогу продлим. Так, дорогу. Какой-то бакш. Так, продлили дорогу. Я думаю, нам надо по туризму выбираться, потому что мы долго будем. Вы это сделали, президент. Да. Победа за нами. То есть за вами. По туризму мы выиграли. Поздравляю вас, дорогие мои подписчики и зрители.
Сегодня мы выиграли по туризму, хотя мы с вами хотели выиграть по деньгам, но по деньгам мы развиваться дольше намного. И я думаю, вам было бы уже достаточно долго ждать по деньгам победу. Мы очень удачно выиграли по туризму. В следующий раз, я надеюсь, мы выиграем по деньгам. Видео ждите, которое видео вы не видели в новейшей эре, оно ниже моих на моем YouTube канале. Смотрите, пожалуйста, и до новых встреч. До свидания. Пока-пока.